Теперь сельским читателям станут доступны книги из любой библиотеки региона. 34 окружных книгохранилища с этого года объединены в единую библиотечную систему. Это не очередное ноу-хау, а уже проверенная форма работы. Несколько десятилетий окружные читальни работали в таком режиме. После они были переданы на муниципальный уровень. Что изменится для библиотекарей округа и постоянных читателей, расскажет Алена Валей. Ненецкая централизованная библиотечная система начала работать в 1978 году. Центр был в окружной столице. В 2006 году, согласно федеральному закону, она была расформирована, а сельские библиотеки перешли в муниципалитеты. С 2006 года мы ушли в сельские советы, и вот за эти 10 лет наши вот библиотеки перетерпели много изменений. Вот моя библиотека, в частности, называлась и муниципальное учреждение культуры, и муниципальное казенное учреждение культуры. Последний год мы были, значит, централизованная библиотечная система государственным казенным учреждением культуры. Учредители у нас тоже были наши муниципальные образования. Последний год у нас был, значит, субъект федерации. С этого года решено возродить прежний формат работы. Все библиотеки региона объединяются в одну большую систему – Центр библиотека имени Пичкова в Наринмаре, имеющая статус юридического лица. 33 окружных хранилища книг стали филиалами. Алисозаводская библиотека теперь отдел главный. Сейчас основная работа по формированию фондов, закупкам, подписки на периодические издания легли на плечи сотрудников центральной читальни. Благодаря этому у сельских библиотекарей появилось дополнительное время, которое можно посвятить изучению фондов, работе с посетителями. Улучшения почувствуют на себе и читатели. Они могут теперь пользоваться книгами всей системы, то есть всех библиотек. Тебе не надо будет, допустим, даже выгодно приобретать нам так книги. Более рационально будем мы приобретать книги, потому что одной книга, не обязательно приобретать книгу в каждую библиотеку, а можно приобрести, допустим, несколько книг в какие-то библиотеки, а пользоваться может вся система. Кроме того, теперь в каждой библиотеке округа можно получить любую книгу, которая имеется в фондах. Это и книжные новинки, отраслевая, специализированная учебная литература. И неважно, будет это привычное печатное издание или современное в электронном варианте. Главное, читатель всегда сможет получить необходимый томик или файл. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».